Торжественное перерезание ленты и первая прогулка по новой аллее. Для поселка это не только место для отдыха. Здесь открыт памятный мемориальный комплекс. На стендах более 150 имен. Это труженики тыла и фронтовики, которые ушли на передовую с территории нынешнего молодежного. Зверев Леонтий Федорович, это мой отец. Он воевал, дошел до Берлина, а потом его отправили в Японию. Но я очень довольна, что мы открыли здесь, в нашем поселке, такую хорошую аллею. И очень благодарна людям, которые все это сделали. Поздравили и детей войны. В молодежном их более 300. Им вручили памятные подарки и книги о героях-земляках. В этом году это уже 4-й мемориальный комплекс в Иркутском районе. Памятные места сегодня открывают даже в маленьких муниципалитетах, чтобы в каждом поселении помнили своих героев. Вот недавно мы открывали в Тальке, это маленькая деревушка, и следующие памятники будем открывать в маленьких поселениях. Чтобы наше поколение, внуки, правнуки знали, какой ценой досталась нам наша победа. Аллею в молодежном еще облагородят. Высадят кустарники и оформят газон. А рядом строят дом культуры. И это место станет единым памятным комплексом. Захар Семенов, Павел Рютин, АСТВ.